Министр финансов Янис Рырс возбудил дисциплинарное дело и отстранил от должности генерального директора службы государственных доходов и его Яунзаме. Официальная причина – очередное уголовное дело, в котором, возможно, замешаны сотрудники налоговой. Причиной отстранения главы СГД от должности стало задержание организованной преступной группы из высокопоставленных сотрудников СГД. Они работали под непосредственным руководством директора таможенного управления, который подчиняется гендиректору. Подобное могло произойти только из-за несоблюдения правил внутреннего контроля и надзора. На основании начатой 15 июня служебной проверки, которая завершилась во вторник, и задержаний антикоррупционного бюро, я распорядился отстранить главу СГД Еву Яунзаме на время расследования. Будет создана комиссия по расследованию, которая выяснит, как могло произойти подобное в службе госдоходов. Предположительно, речь идет об этом деле. В конце августа антикоррупционное бюро провело уголовно-процессуальные мероприятия в нескольких учреждениях, в том числе в СГД. Задержаны несколько человек. 2 июня был начат уголовный процесс по подозрению в возможном взяточничестве в крупном размере группы лиц по предварительному сговору. Сама Яунзаме заявила, что узнала о своем отстранение от должности и средств массовой информации. Дело, начатое антикоррупционным бюро, еще даже не дошло до прокуратуры, а господин Рейерс уже все рассудил. Виновная найдена – это Ева Яунзаме. То, что публично заявил господин Рейерс, что не была создана система внутреннего контроля, я докажу обратное в суде. Система была, но преступные умы, к сожалению, с нами, и мы их не прикрываем. Мы сотрудничаем с КНАП, и мы их вывели с наручниками на руках. Это моя обязанность. Яунзаме добавила, что в последнее время было много задержаний. Это потому, что СГД действительно работала над этой проблемой, а не просто создавала имитацию бурной работы. Исполняющим обязанности гендиректора СГД назначит директора департамента информатики Индру Карклиню. Она является заместителем гендиректора.